В Екатеринбурге в 7 часов вечера, то есть еще очень сильно при естественном освещении, ибо дни сейчас самые длинные в году. На перекрестке Победы и 40 лет Октября, что на Уралмаше, приключился неравный бой, в котором покалечились 3 человека, в том числе ребенок. Фабула замеса незамысловата. Подобных стычек в наших широтах были тысячи. По улице Победы, которая прямая и длиной 2,7 километра, со стороны проспекта Космонавтов вглубь Уралмаша катился черный германский бездорожник Volkswagen Tiguan 2016 года выпуска, на борту которого находились пилот и ребенок, возраст которого не сообщается, впрочем, как и место, на котором он сидел. Навстречу ФАУВ со стороны бакинских комиссаров ехал серый Hyundai Accent, пилотируемый дамой. На перекрестке с 40 лет Октября, как видно по картинке с уличной камеры, черный Тигуан с ребенком на борту пошел налево. И наверняка водитель-родитель знал, что по правилам 2D он должен был пропустить всех встречных неповоротливых, то есть прямоходящих. Но по какой-то причине рулевой Volkswagen не пропустил серый акцент с дамой, за что Тигуан получил удар носом в правый борт. По этой причине закрутился вокруг двух осей, вертикальной и продольной, исполнил красивый кульбит и через крышу завалился на правый бок, повдоль 40 лет Октября. По итогу этот невнимательный поворот вышел Тигуану боком, и более того, он остался с носом, а Hyundai без носа, ибо при ударе в бочину немца расквасил его. В замесе с кувырком пострадали 3 человека. Ребенок в Тигуане, его папка, инициировавший замес, и дама, рулившая акцентом и в ДТП вообще ни разу не виноватая. О степени тяжести повреждений не сообщается, но известно, что всех троих на каретах развезли по клиникам. И на пассажок. Если бы журналисты на месте замеса записали интервью с гаишником, то он бы по-любому сказал, что при повороте необходимо пропускать весь встречный поток, тем более, если вы везете в болиде самое ценное, что у вас есть.